Всем привет! С вами Мария, и сегодня у нас пирожное картошка. Для этого понадобится 500 грамм печенья, банка сгущенки, маленькая упаковка сливочного масла, 2 столовые ложки какао и 2 столовые ложки сахара. Печенье измельчаю в кружку. Масло смешиваю со сгущенкой до однородной массы. Какао смешиваю с сахаром. К печенью добавляю сгущенку. Все хорошо перемешиваю. Далее из полученной массы формирую пироженки, обваливаю в какао и убираю на тарелку. Пирожные должны минимум постоять час в холодильнике. Это очень вкусно, а главное просто и быстро. Мои дети были в восторге. Если вам понравилось видео, пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Приятного вам аппетита и до новых встреч!